Друзья, скажите, у одной меня так или у всех? Но когда нам привозят овощи с дачи, абсолютно каждый раз в нашей квартире открывается гребаный завод по производству мошек. То ли это матрица троит, то ли они из текстур выходят, я не знаю. Но складывается ощущение, что они всегда идут в комплекте с овощами. И это учитывая то, что у меня практически ничего не портится. Я просто обожаю делать всякие заготовки. Жду осень больше, чем день рождения, чтобы наморозить, насушить всякого разного к зиме. Но эти мошки, господи, просто подскажите мне, есть ли какой-то способ от них избавиться. Эти суперэстетичные желтые клейкие ленты я клеить не хочу. Извините, не для этого инстаграмную квартиру делал. Но то, с какой скоростью они размножаются, при этом я понятия не имею, где, меня просто убивает. Вот так сидишь спокойно, вроде ни одной нет. Но стоит взмахнуть рукой, вокруг тебя уже тысячи этих летающих блошек. Взываю вас, о силы интернета, помогите.